Всем здорово, ребят! Давно, блин, я уже не заходил на тестовый аккаунт, потому что вам сейчас пилю видосики по поводу супергероев, суперчар седьмых, новых прокачек. В общем, сегодня у нас будет тест гарнизона. Здесь у нас рубрика гарнизон, это мой тестовый аккаунт на английском сервере. Я докачал некоторых уже героев до 13 скилла. Мы открыли в прошлый раз с вами шестую таблетку. И сегодня у нас вот такая вот бочечка будет. Сейчас мы им питомцы всем поставим. И будем жарить дальше, тестировать на подземочках. Дойдем до кошмарок. У меня там осталось немножко до кошмарок. Поставим питомцев, чтобы хорошо жарили. Вот такое у нас тритонище прям. Я даже, наверное, уберу отсюда. Поставлю специально сюда железку. У меня тут немного железок, как видите, но мне этого хватит. Поставим сюда дрогу. Это будет самая жесткая убивашка у нас. Почему, вы увидите. Круче, чем Анубис. Максимальная прокачка. Даже Анубис там в долю не падает этому герою под разгоном. Так, бочка у нас собрана. Ангел у нас... Железка-водушка пусть будет. Купидон 10 скилл. Вам, в принципе, больше нам и не надо. Так, поставим сюда для отхила. Ну, вот нету питомцев, надо добирать питомцев, кстати. Все никак. Так, такая вот тыковка, 11 скилл. Воодушевление, исцеление 7. Вот такой вот у нас состав. У нас пока не прокачана магия. И я сегодня беру сюда шестым героем Ледяху. Почему именно исцеление? У героя нету кулдауна, и он замораживает героев. Он замораживает их скорость передвижения. То есть они просто тупо будут сейчас стоять в ступоре, никуда не двигаться. И такой герой очень хорошо подходит как на лаву, как на фарм локации. Очень многие его используют, многие не используют, потому что не знают основных, скажем так, свойств героя, что он может. У гарнизонных героев практически у всех нету кулдауна. И это самое основное. То есть, если у вас будет хороший разгон, вы возьмете там Купидона, Валентину, воодушевление им понаставляете. Они будут у вас так разгонять ваш героев, особенно гарнизон, особенно Тритона, который просто не имеет кулдауна, а наносит очень офигенный, обалденный урон. Так, поехали, 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 качаем, ребятушки, дальше. Одиннадцатый скилл получили, но дальше мы там не прокачаем, надо качать линейки героев. Будем этим, наверное, с вами заниматься на стримах, докачивать по чуть-чуть героев. Так, окей, есть. Мне надо просветик ему качнуть, я хочу сюда поставить воодушевление. Хотя можно, в принципе, и железку, наверное, поставить, чтобы его не стаймили. И сейчас вы увидите его во всей красоте. Единственное, что у нас минус, это, конечно же, магия. Вот насчет магии печаль, потому что она здесь не прокачана. И, возможно, мы сейчас некоторую магию прокачаем за самоцветы, чтобы ускорить этот процесс. Но... вы знаете, что можно либо обалденно прокачанными мега-мега-супер-пупер донатными героями проходить без магии, либо же все-таки качать магию. Такс, вот он, что я так зашел. Так, докачиваем. И идем добивать. Я хочу сегодня добить жестокие обычные подземки, все на 3 звезды. Так, ну давайте попробуем воодушку. Есть 9-я воодушка, такая вот сборка героя. Ставим льдышку на ледяху и поехали. Так, что у нас по подземкам? Здесь у нас вроде обычные все пройдены, как видите, мы их зафармили. Сейчас посмотрим заодно награды.
с подземок. Так, тут у нас одна не зафармлена, это вот это. Вроде казалось бы, посмотрите, вот сложная подземка, да, будем стартовать. Вот стартуем с бочки, даже можем вот так вот сделать. Смотрите внимательно, ребят, на тритона. И на урон, который сейчас будет наноситься, надо, чтобы он зарядился. Мы без магии пока бежим. То есть у нас бочка стартует, но тритону надо разогнаться. Вот, тритонище сейчас ударил. Посмотрите, чик и слил. То есть он бьет 100 целей, у него нету кулдауна. Если мы сделаем сейчас, кинем здесь тыковку, а здесь купидончика, это просто будет полный трэш. Ну, на мессу, конечно, они его не убьют там супер. Посмотрите, вот. Вот то, о чем я говорил. Льдышка, он замедляет, и все. Если агрится у вас вражеский герой на, ну, в данном случае на подземках, на дальника, то вы без проблем просто. Так, у меня тут еще какие-то... его убьете. То есть замедление настолько крутое, что просто ты стоишь в кайфе. Вот, кидаем бочку. И потом можем всех остальных. То есть на них работает замедление от льдышки. Видите, льдышка не зарядился, мы без льдышки. Но это легкие подземки, мы сейчас дойдем до кошмарок. Вы видите этих имбушек действия. То есть тут, в принципе, я просто хочу забрать уже все награды с обычных и жестоких. И уже приступить к кошмаркам. Сейчас я вам покажу просто, например, тыковку и тритона. Плюс купидона еще возьмем. Смотрите внимательно сюда на героев. Вот это называется тритон. И так он будет всегда бить, когда у него просто максимальный заряд. То есть он не имеет кулдауна, только зарядился, сразу же ударил. Вот опять у нас месса здесь есть. Питон этот, например, тритон, и можем льдышку кинуть. Вот смотрите сейчас внимательно на передвижение. Вот, смотрите. То есть он не успевает добежать, его уже сливают. Надо будет еще купидона на максималку докачать. Так, окей, тут есть 28-30, здесь у нас что-то не добито. Сейчас я быстренько добью, и мы уже сразу на максималке посмотрим все наши награды. Так, 30. Вот сейчас пойдем проходить жестокие. Там, где мессы 8-10. И где дракон, главное. Вы видите, как дракона легко убить. Будет попробовать потрешивать таким составом, думаю, на битве гильдии, вступить в гильдию и попробовать. Так, окей, поехали. Вроде казалось бы, да, здесь вот все жестко, но гарнизон просто разрушает полностью все. Смотрите, даже с купидоном кинем, посмотрите на вот это. Насколько обалденно, это обычные гарнизонные герои, насколько они обалденно дамажат. Если будет Валька, которая будет все время их заряжать постепенно, то это просто вообще жесть будет. Ну мы до этого дойдем, мы сейчас дойдем до кошмарок. А вот замедление, посмотрите. Вот герои, они не успевают передвигаться, их быстрее убивают дальники. Ну самое главное, конечно, чтобы они загрелись на дальника, а не на ближнего героя.
Вот, выбросили гарнизончик, но вот видите, сейчас могут нас чпокнуть. Ну, они просто не успели. Вот кто бегал подземки, все знают, что вот эти подземки проблемные, там, где шапка, они очень бывают вымораживают, если у вас особенно непрокачанные герои. Это реально бесит просто. Но когда у вас герои на максималочках гарнизонные, вы просто забегаете вот так только чик и все. Анубис тоже классная тема. Я показывал, проходил Анубисом. Эволюции делайте. Тут не надо делать эволюции. Тут вы просто выкинули определенный героя и все. Получили ускорение только раз. И Тритон просто отжигает. Ангел у нас здесь в роли подхила. Льдышка замедляет на всякий случай. То есть у вас оптимальная сборка. Тыква и куб заряжают и ускоряют. Оптимальная сборка для подзема героя. Вот посмотрите. Без всякой магии, ребят, причем. То есть не надо там магии, не надо ничего. Вот это тоже когда-то была такая противная подземка. Просто каких не было, вот так вот прошли налегке. Тоже раньше с нею так мучились. Я вот вспоминаю сейчас подземки, как я бегал. Это просто жесть, конечно. Просто исчезли. Куда они пропали? Да, вот так вот. Ностальгия, конечно, за гарнизоном. Было бы неплохо, вот я не знаю, я бы хотел, чтобы добавили, например, каких-то новых гарнизонных героев. Вот ради интереса я бы даже потерпел одного. Мне не надо новый герой. Я хотел бы просто обычного, простого какого-то гарнизонного героя, который будет нереально крутым, чтобы его прокачать. Вот, по сути, вот жалко, что перестали добавлять гарнизонных героев. Вот мы с вами добрались уже до подземки. Такой более сложной. Мы сейчас стартанем. Вот кидаем здесь раз, два, три тона. А здесь Купидона и тыкву. И вот смотрите внимательно сейчас на центр, ребят. Именно на центр смотрите. Это мы без льдышки бегаем. То есть мы их не замедляем всех. Мы уже половину убрали. Купидона у нас слили. Но вот практически это без магии. Осталась бочка и тыква. И мы разобрали драконов. То есть Тритон реально на сегодня очень крутой. Если у вас нету Анубиса, кто с новичков играет, возьмите Тритона. Вы не пожалеете. Дайте ему максимальный разгон, и вы без проблем зафармите. Вот таким вот образом у нас получилось 630. Поехали, смотрим награды с подземочек. Полностью все, что у нас есть. Что где дают. То есть это обычные подземки. И идем до жестоких. Четыре триста. Здесь на первых, как видите, только дают ЗПшки и КГшки. Дальше уже будут давать самоцветики. Так, есть. Забрали, поехали. Обычные. Здесь уже у вас 25 самоцветов. Плюс вы еще получите награды за прохождение 35, 45. Тут у нас, наверное, 85, не 75. И тут сколько дадут? 95 или 100? 95. Ну, вот так вот. Ну, получили немножко самоцветов бонусом. Плюс еще здесь получите бонусом. Вот так какой-то один. В принципе, соберете. Это мы проходили без магии. Дальше у нас идут кошмарки. Вот с кошмарками надо уже будет более прокачанная магия. То есть тут уже намного все веселее будет.
Тут тоже вот принцип. Выпускаете бочку, выпускаете всех с другой стороны, пока на бочку заагрились. Вот посмотрите, как замедляем мы героя. То есть они вот не успевают. Дальники некоторые успевают добежать. И все, у вас подземочка пройдена без проблем. В общем, будет новый трэш. Вот мы уже получили даже дополнительно плюшки. Будем пробовать с вами проходить дальше кошмарки. Я хочу гарнизон качать и дойти до 8-й кошмарки. И попробовать уже 8-ю кошмарку. По магии, конечно, нам еще есть что качать. Если даже сделать так. Допустим, мы мелкую магию тут всю прокачать можем очень быстро. Здесь надо просто немножко самоцветов. Но эта магия у вас должна быть по-любому на максималке, потому что это дефная магия. А потом я всегда пользуюсь выступлением Ариса, усилялкой на атаку. От 5 левела мы качнули. И также ускорением, которое ускоряет скорость атаки, скорость плюс атаку дают и скорость передвижения. Это тоже одна из таких топовых, ее тоже надо качать. Я сейчас ее, конечно, качну фастиком. Ну, а вы каждый день заходите, качайте, потому что она качается, как видите, не один день, а около там 3 месяцев у вас как минимум идет на прокачке, потому что вы здесь можете качать только одну магию. Вот эту ставим, вот видите, 2200 уже надо. Ставим на прокачку, сколько там у нас дней идет она, качается. Вот это самая основная магия, заморозка, которая нужна будет вам в подземках. Видите, надо 18 левел построить. Делаете вот так. Ну, когда у вас есть либо время, либо это уже зависит от того, какими ресурсами вы можете пользоваться. Вот так раз. 2000, либо полмесяца ждать. А пораньше так и ждали. Раньше просто это была жесть. Но эта магия того стоит. В общем, вот так вот, такой вот трешечок. Я уже постараюсь докачать на максималку героев. На стримах будем качать и будем дальше с вами продолжать наши приключения гарнизоном по подземкам. Ну и возможно не только. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.